Всем огромный привет, рада, что вы зашли на мой канал. Давайте сегодня с вами протестируем новинку от MAC. Это новая тушь, которая обещает нам прекрасный объем и достаточно длинные ресницы. Сейчас мы это с вами проверим. Кисточка вот выглядит таким образом. Мы собираемся на свадьбу, и я решила заодно совместить приятное с полезным. Так что давайте посмотрим, как эта тушь будет в действии. Наношу. У меня, кстати, не очень такие длинные ресницы. Ну, в общем, посмотрим. Итак, приступаю. Так, первый слой. Наношу второй слой, первый уже глаз у меня подсох, и посмотрим, как она будет в два слоя. Ну что ж, мы гуляем на свадьбе. Только что мы приехали из ЗАГСа. Приехали мы в деревню Ермака. Не так давно мы здесь были. Здесь очень красиво. Природа и очень много различных построек из дерева. В ЗАГСе, конечно, поплакали. Не без этого. И макияж немножко потек. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас у нас жених с невестой фотографируются. Немного сейчас их поснимаю, обязательно с вами поделюсь. Пришли мне сережки, кстати, с Джума прямо сегодня. Я их с утра сразу же забрала и надела, прям пришло все в тему. Так, вот она наша свадьба. Сейчас они там гуляют, фотографируются, наливают шампанское. А я сейчас иду к ним. Это надо фоткать, фоткать! А это получается... Вова, сними мне на гараж один, хорошо. Молодцом! Молодец! А теперь, Молодцай, ты... Вова. А теперь скажи меня, снимите!
Наши катания продолжаются. Мы сейчас приехали к памятнику скорбящей матери. Сюда всегда заезжают все молодожены для того, чтобы возложить цветы, то есть отдать дань ветеранам за наше сейчас уже такое спокойное будущее и настоящее. Быть. Ну-ка, откусывай! Без рук! Вот, Ромка, ты там остатки! Остатки!